кстати, та баба, глава 5.3, легендарная страна, та баба, которая с лошадиной рожей, ну, или носом хотя бы, стала симпатичнее, когда стала злой. Я не знаю почему. Может, у меня какой-то, не знаю, пунктик по этому поводу. Ну, серьезно, посмотрите. Вроде стала симпатичной. Кто-то здесь на эктоплазмил. Фу на вас. Эктоплазмеры сраные. Вы серьезно? Я в такой пещере, здесь ни хера нет, окей. Ни секретов, ни еще чего-либо. Зашибись. Где я застрял? И здесь тоже ни черта. Просто капец. Я все стены осматриваю, никакая из них не похожа на ту, что можно разбить. Ну, может быть, вон там вот есть. Не здесь, а чуть левее. Но там одни из кристаллы. Я уже несколько таких находил. Уже две главы прошло, и я не нашел ни одной детали. Какого черта? Говна кусок. Ага, вот где запрят. Нет, вот же сволочи. Врага поставили. Сволочуги. Вот так ты хочешь узнать, что же там секреты сестры, допустим. Залезаешь в ее дневник, а там признание в любви к Эдварду из сумерков. Воу! Воу-воу-воу-воу-воу, ребят, слишком много! Маленькая тварь. Ну, слушайте, я не хотел на кристаллы. Игра сама меня направила на кристаллы. Я пытался на него напрыгнуть, ну ладно. Где вы, маленькие засранцы? Влезайте. Я вам рожу начищу. Когда я говорю начищу, я иронизирую. На самом деле нам будет у вас грязный. И я буду вас окунать во что-нибудь, говорить, плохой песик. Могу еще засунуть рожу сейчас в нору и сказать, вы все говно. Потому что пердеть не будут, как-то некультурно. Я все-таки культурный наг. Я круглый, по крайней мере. Я толстенький. А толстенькие они... Плохие люди. Ну, к чужим они неплохие, к самим к себе они злые. Заставляют себя страдать, чтобы другим было лучше. Понимаете, толстые люди на самом деле толстые не просто так. Они толстеют для того, чтобы те, кто тем, кому не нравится своя фигура, чувствовали себя комфортнее. А еще хорошо, что я в этот момент неуязвим. Теперь я больше. Теперь кому-то надаю подсраку. Это какая-то псевдонаучная херня уже пошла. Что это? Что это? Этого не было в Uncharted. Значит, это псевдонаучная херня. Если это будет в Uncharted, значит, это доказано британскими учеными. Это все слишком сложно для меня. Что это? О, у меня растет все. Окей. Да козлы, а! Только взял, уже забрали. Ненавижу. Я немножко вступил на скользкую дорожку и все, оказался в потрясающем месте. Нак. Нак, kill yourself. Нак yourself.
Я не думаю, что можно создавать под лучи света. Я думаю, это не рекомендуется. Вот один раз сестра Малдера Скалли встала в лучи света. И что теперь? И что теперь, да? А, собрать. Неограниченное количество, я могу хоть где стоять. Вау, серьезно? Правда? А думаю, здесь больше. Фак. И что это было сейчас? А что делает это вообще срань? А, она, видимо, не до конца меня заметила. Можно встать и уйти. Главное, не стоять слишком долго. Оу, осторожно. Слай Купер стайл! Да пошли вы в жопу, стайл, я бы сказал, вот это вот. И чё, как мне вас обходить? Пробежать, наверное. Как все было просто. Весьма. Это твой папаняк? Или маманяк? Маманяк или папаняк? Эй, а ну верни! О, господи, я сужаюсь! Видимо, это что-то страшное, раз я сужаюсь. Опс, простите, это было ужасно. У меня совсем малышом можно сделать, нет? Он пытается пнуть малыша, я знаю. Это подло с его стороны. Подлец! И чё это? Это типа должно быть страшно мне? Ну, видать. Окей, вот это понимаю. Вот для разнообразия запихнули платформеры сюда. Наку настолько опасно передвигаться по миру, что он даже не может встать на какую-нибудь там тарелку. О, а как мне здесь? А, вижу. Серьезно? А, он мне ХП начал добавлять. Чё? Какого чёрта он застрял сейчас? Вы это видели? Он застрял. Окей. Я подумал, что можно будет прятаться за этими кубиками, но нет, их надо было просто обходить. Окей. Это другое дело. А то мне надоело постоянно бодаться с этими старпёрами. Стадо гомиков какой-то нападало на меня. Роботы тоже гомики. Ну, потому что, когда вам говорят о роботе, вы же представляете себе мужского робота, не женского робота. Воу, это что за ботва? А в жопу пройти не хотите, нет? Вы, сударь. Сударь. Окей. Не знаю, сударь, как вас звали, но до свидания, сударь. Сударь. Сударь, не хотите ли вы пойти куда после сегодняшних баталий? Ах, да, вы же мертвы. Не-не-не-не. Да где все секреты-то, я не понимаю. Здесь вообще их нету, что ли? Или я все просрал где-то? Не знаю, может быть, здесь есть какие-то стены, которые разбиваются, которые на самом деле не разбиваются. Некоторые на самом деле не разбиваются, но они разбиваются. Воу, осторожно. Ребят, вы так можете и засосать меня. Это что за папуасы? Знаете, было бы хорошо, если бы я бы мог увидеть. Ну, здесь стопудово что-то есть. Ну же. Ну же, думай. Думай, Илья. Да нету здесь нихера.
Где-то я просрал все сокровища. Сим-сим. Во-во-во, опасно, опасно. Ты свой штопор себе в штопор засунь. Я не знаю, штопор в штопор зачем совать, но это, видимо, будет двойной штопор. А если еще и рассматривать это как фигуру пилотирования, то это будет совсем уж что-то с чем-то. Не, ну это не такой сложный платформинг сейчас. Когда подумаешь, попрыгать надо. Но убить все равно могут, если ты особо нетерпеливый. Или особо слепой. Во-во-во-во, осторожно. Сейчас только что чуть не получил два звания одновременно. Те самые, которые кому-то хотел выдать. Вот, подрос, уже плюс. О, oh, fuck you. Серьезно? Давай. Ау. Там еще один такой же. Сосать быстро! Саша, надо два чупа-чупса в рот и прокрутить. Фу. Глава 5.4, спящие гиганты. Я не понимаю, зачем делить эту главу на главы, если честно, на подглавы. Она этого не ожидала. Видимо, все ее предки, которые убивали, которые могли убить меня, передали ей в посланиях, мол, он должен убить тебя с двух ударов, но не с одного. Если с одного убивает тебя он, то ты в жопе. Увы. Да, именно такое послание, я думаю, присылают друг другу летучие мыши в плане няка. Упоротые летучие мыши, я знаю. Ну, вы посмотрите на их внешний вид. Как можно назвать этих созданий хоть насколько-то здравомыслящими. О, oh, фак. Я могу их пробить? Я не могу пробить их, потрясающе. Мне нужно этого всего выворачиваться. Но когда он откроется? Ну, просто замечательно. Ха-ха! Видимо, радиус атаки при этом ударе больше. Все, готово. И кристаллов мало. Какое-то бескристальное будущее. Привет. О, успел. Можно не уворачиваться таким вот образом. Пошел вон. Да! Серьезно? Ладно, я думал, что оно исчезло. Мол, исчезло все. Успел же все-таки отнять хп. Малолетний летающий засранец. Ура! Вот теперь должно хватить на одну атаку. Но я, естественно, на нем использовать не буду, надо так пройти. О, oh, fuck you! Давай. Трави дальше. Вообще-то можно прямо сейчас напасть. Он же был открыт. Ну ладно, я решил перестраховаться. Да я на самом деле тормознул. Не насрать. Не насрать на то, что люди обо мне думают. Да нет, на самом деле. Я плачу. Подушку. Ночами.
Фак. А серьезно? Вау. Я смог их убить. Какой поворот. Ой, да ты еще перни, я не знаю, отчасти. Что меня увидел. Вау, ему не хватает этого удара? Вот тут секрет весь, по-моему. Да пошло все в зад! Кстати, предупреждение появилось тогда, когда я уже сдох. Просто Окей. Просто замечательно было. Ой, да ёптыть, а! Какой кретинизм! Вернуться не мог никак. Со всех щелей летели. Ублюдки крылатые. Слышь? Я тоже умею летать. Тварь. Наконец-то! Хоть что-то нашел. Уже плюс. Вау, деталь счетчика комбо. Потрясающе. Охренеть. Видимо, в прошлых двух главах я как-то нереально все просрал. Либо там настолько была темная эта дверь, или пролом, что я абсолютно его не заметил. Воу, где это я? А, там же. Просто поднялся. О боже, их там два. Только двух мне не хватало. Один сдох. Упал. Слушайте, это что было сейчас? Ну, это было, конечно, попадение, но... Попадание, наверное. Правильнее будет сказать. Ой, да я не буду находить логическое объяснение этому делу. Пошло все. Как-то они меня попали. Мне абсолютно срать. Оу, опасно. Ха-ха-ха! Козел. Это все, что ты можешь, да? Теперь-то ты сосал. Ну и что это такое? Так, стопудово где-то здесь есть секрет. И сейчас я обратно под эти диски как выпрыгну, будет вообще потрясающе. Нет. Чисто. Ну вот здесь, вот это вот сооружение строил какой-то понятный, адекватный человек. Положил ключи рядом с дверью. Ну то бишь реликты. Нет, дерьмо внизу, я не пойду к тебе. Я прошагаю сверху, как самый настоящий умный парень. Опасно. Снизу опасно. Можно будет бить. И насиловать, если очень захочется. Это что за дерьмо? Какие-то суперпозиции камеры включили. Что это? Текстурки, кстати, говно. Только что были на этих ящиках. Какие-то слабенькие эти враги, эти штопоры. Кстати, штопором звали главного героя Postal 2.
модификации, которые создали какие-то там модификаторы, которые выдали за продолжение Postal 2 Apocalypse Weekend. Да. Ее сделали русские недомодеры. И она выглядела абсолютно ужасно. Я зря, наверное, это сделал. Сейчас не получится пройти. А, нет. Fuck you. Я пошел. Ничего не знаю. Скотина все равно меня найдет. What the fuck? Как я не успел? Ну и это из-за того, что я здесь профукал время. Профукаешь время в начале? Не хватит времени потом. Фига себе, просто какие потрясающие мысли высказываю. Надо почаще в Нака играть. Стану гением каким-нибудь. Да не, я сказал самую логичную мысль в мире. Слушай, я не успеваю! Алло, гараж! Можно подождать, пока он отвернется от меня? Чё ты не всосал сейчас? Может, уворачиваться надо? Наверное, надо подождать, пока он отвернется. А нет. Наверное, так быстрее будет. Ну, я не знаю, что я сделал на этот раз по-другому, но, видимо, как раз-таки успел побыстрее пройти. Так, серьезно, возвращаться снова здесь? Камон. Видимо, здесь бесконечный запас реликтов. Вау. Я счастливчик просто. Секреты где-то все просраны. О боже, нет. Реликты бесконечные. Воу! Я что-то... Не успел на это среагировать, все дело. Ох ты, говнюк. Мне некуда идти! Выключи свой глаз за урона, пожалуйста. Плохо. Да. Плохо. И что мне делать? Воу. Бежать назад? Я больше не вижу пути, поэтому... Да! Слышь? Сосал быстро. Что я тебе сказал? О, черт. И к чему была эта пробежка тогда? Она была бесполезной. Вот, понимаю, какие-то... Что-то изменилось, какие-то детали платформера прошли. Ни хрена себе. Охереть, сколько добра. Интересно, если все это не собрать, меня дальше пустят? Я стал настолько большим, что мне малявочный. Воу-воу-воу. Осторожно. Ой, привет. Они друг друга убили? Мне показалось, нет? Они друг друга только что убили? По-моему, он убил только что своего дружище. Вниз, конечно, ко мне никто не приедет, да, чтобы поддержать. Но я просто думаю, что там секрет есть. Нет, ничего нету там. Ну, здравствуй. Где? Ну! Мне нравится, как они могут уйти в этот свой шар сраный. Когда я их бью. Знаете, абсолютно насрать им на это дело, то, что я их бью, а они просто начинают меня бить сами. Вот даже покайфовать не дали.
Только стал большим, так сразу уменьшился. Отстой! Ага, еще надо юзать всяческого отстоя. О боже мой. Сейчас поменьше. Слушайте, ну вот, как мне было это предугадать? Ой, да идет он нахер, а! Я увернулся уже от удара. Опаньки, он поменял направление удара. И что это? Еще включает постоянно эту странную сферу. Ну, от этого я не мог увернуться никак. Я уже прыгал. Слушайте, вот идет он нахер. А, эта сфера мне не вредит. Ладно, окей. Ну тогда не важно. А, тогда можно не бояться сферы. Я не знаю, какого хера он теперь не бьет его тройным комбо, а я вот этого не понимаю. Почему сейчас комбо не работает? Он отталкивает его и все? Что за бред? О, боже мой, какая херня. С теми было все нормально, потому что я мог их ударить три раза подряд. С этим все. А это почему-то отскакивает. Я не понимаю, что в нем такого? Он изменил свой подход к атакам. Один сраный враг. И чё? Вау, как интересно обосраться. Просто охерительная битва была. 5 с плюсом разработчики, она была такой интересной. И мне было так не скучно перепроходить ее несколько раз. И абсолютно честно меня убивал этот враг. Пошли вы в жопу, странные японцы. Вот же дерьмо, я даже уже этих не могу. Ой, да и сейчас я буду опять этого говнюка убивать, да, большого? Отлично. Просто охереть. Вот, кажется, вот. Нет, все, насрать. Ничего не знаю. Вот этот говнюк все мне сбил. Слушайте, это просто охереть. Невозможно это среагировать было. Я нажимал! Да... Слушайте, это разве начинает бесить уже? Это серьезно бесячка тупая. Да нисколько не сложно, это глубоко до ужаса. Завышенная нехило сложность в одной с одним каким-то врагом. Ну ёптать! Ну надо мозги-то иметь, чтобы такое дерьмо сделать. Слушайте, почему... Вот я не понимаю, почему я не могу достать его... Вторым и третьим ударом. Потому что разработчики так решили. Почему еще? Насрать. В жопу тактику, в жопу отход. Просто идти на него вперед и бить. Вот все. Серьезно. Никакой тактики не надо. Пытаешься применить тактику, подыхаешь. Самая простая. Нет, отсутствие тактики лучший способ пройти эту игру. И самый правильный, я бы сказал. Вау.
Вау. Это не так скрытый секрет. Окей. Деталь детектора реликтов. Всего 3 детали, вау. О, нет. А, нет, спасибо, фу, пусть он там стоит. Я не против. Там внизу стоял один враг, этот тупой, который кидается. Сосунок этот. Метальщик. О, у нас... На них можно вставать? Окей. Я только что встал на одного. О, боже мой. Слава богу. Воу. А, я знаю, что надо сделать. Да, я не прыгал туда. Я прыгал назад. Псих направо вел. Но нет, игра сказала то, что я до сих пор прыгаю туда, вперед. Ладно, хоть здесь репликты есть, уже плюс. Долго будешь так думать? Слушайте, я нажимал вправо сейчас! По-моему, игра уже не регистрирует то, что я нажимаю псих вправо. О, это, идет он в жопу. Мне насрать абсолютно на это дело уже. А он через такие долгие промежутки времени бьет, просто охереваю. Ты еще больше перерыва брать не можешь, нет? Там, напопить, нап... Чё за... Слушайте! Мне не видно было. Мне нравится, когда врагов не видно. Вот это... Все, что мне нравится больше всего, когда врагов не видно. Так, мне не нравится то, что слева... О, нет! Пусть он подожжет его нахер. Иди сюда. Камера неудобная, места мало. Чем они думали, а? Ладно, еще с теми двумя сражаться, но ёпты, с одним большим здесь, это же бред. Где здесь нахер челлендж? Он большой бьет, он сильнее. Вау. Я не знаю, чем они думали. Чего? Она бьет по сфере? Я подумал, что она бьет только по полу. Я сейчас не понял, что было. Еще один! Я честно не знаю, почему он сдох. Вот правда. У меня... Я даже понятия не имею. Его, видимо, убил этот луч. Луч света в этом сраном царстве дебилизма. Ну вот серьезно, с этими врагами не переборщили. Ну, вот с этими двумя, имею в виду, на этой платформе. С этим игровым эпизодом. Может, просто все обсудим?